Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. К сожалению, очень немногие начинающие любители аквариума задаются правильным вопросом: а как же правильно запустить аквариум? На этот не очень простой вопрос я и попытаюсь ответить в своем видео. Начнем с аквариума. Если вы выбрали аквариум простой, бескаркасный, из силикатного стекла, его необходимо установить на подложку. Насыпать грунт очищенный предварительно, расставить декорацию и только затем посадить растения без воды. Для того, чтобы не размыть все наши труды водой, нужно на дно положить какой-то предмет и потихоньку лить воду на него. Включаем имеющееся оборудование. Это свет и фильтровальные установки. А далее ждем, когда наша вода из мертвой воды превратится в живую. Сильно углубляться я не буду в эту тему. В интернете очень много видео про азотный цикл в аквариуме. Посмотрите их. Нам необходимо дождаться, пока воду в аквариуме заселят необходимые для живой воды бактерии из воздуха и растений, которые мы посадим. Первая неделя в аквариуме образуется аммиак и аммоний. Они токсичны для рыбок и креветок. В этой стадии различают окисляющие бактерии и цианобактерии. А что именно образуется, аммиак или аммоний, зависит от щелочности воды в аквариуме. При pH больше 7 в воде накапливается именно аммиак, который токсичен для рыб, в отличие от аммония, который относительно безвреден. Вторая неделя. Образуются нитриты. Рыб запускать еще нельзя. Процесс перехода опасных соединений для рыб в неопасные называется нитрификацией, иногда азотным циклом. С момента заливки воды в аквариум до образования азотного цикла проходит примерно 21 день, 3 недели. Ускорить этот процесс можно, взять воду из старого, уже запущенного аквариума, выжимку из фильтра, старый фильтр, растения. После установления азотного цикла в аквариуме постоянно происходит процесс переработки аммиака, аммония в нитрит, а далее в нитраты, которые постоянно накапливаются в аквариуме. И несмотря на то, что рыбы способны переносить высокие концентрации нитратов в аквариуме, необходимо производить подмены воды для понижения ее концентрации. Особенно если в аквариуме мало потребителей этих нитратов, то есть растений. И чем меньше аквариум, тем чаще делаются такие подмены. Поэтому 25% воды раз в неделю – это не всегда верно. Вывод. Делайте своевременно тесты и подменивайте воду. И удачи вам с запуском аквариума! Не заходи, если что.